Блин. А я не попал. Попал. Повезло тебе. Да я ему прям в башку выстрелил. Спасибо. Нужен забирать. Ага. Да ладно. Мы со взрывчаткой. Собака. Да блин. О-о-о-о. На счет три. Да блин. Да ну не двигай же так. Вот. О! Кидай. Кинул. Да задолбали. Да куда ж ты двигаешься? Я последнего кинул. Собака что ли? Ну, блин. У меня тоже последняя. О. Вот он. Блин, я случайно. Что бежит? Два патрона в голову. А ёба. Хотя медведь нужен. Вот, сука, стреляй. Медведь. Да ладно. Дай мне стрелы, у меня только, видишь, горелые. А как дай, я ж не выбираю, что тебе дать. Убил? Убивает. Убивает. Мне нужны две. А ну попробуй с огненной. Понятно, не кайф. Так он и умер. Иди забирай. А, типа все загорелось вокруг него. О, тут что, да слышь, валим отсюда. Можно упасть, конечно, прыгнуть. А ну, зацени, как я прыгаю. Я попал. И опять через крыло упал. О, тут какие-то ворота. Тут, походу, миссия какая-то будет. Слышишь? Все-таки взял этот пистолетик. Почему носороги? Они ведь вымирают. Слышишь? Носороги. Слышишь? Король, взойдя на трон, позаботился об этом. Традиционная медицина – его слабость. По его словам, она прогревает молодость. Гусеничный грибок по утрам для бодрости. На тебе, калаш такой же. Для мужественности. И чай из рога носорога по вечерам от морщин. У нас теперь этих носорогов девать некуда. Богачи платят губернаторам мина по 1000 другой, чтобы на них поохотиться. Надо же, не знал. Мне не понравился. Теперь знаешь. Кстати, ты станешь обладателем самой ценной сумки в мире. А, он один здесь? Блин. Ну, машину возьми еще. Повелитель зверей. Я повелитель зверей. Вот второй, вот второй. Жека. Да я бегу. Вообще нам нужна пушка. Требует взять вот оружие. И чё? И слоны исчезли. Пипец. О, миссия началась. На помощь! Помогите! Помоги мне! Носорог, носорог! Уходите, носорог! Ух ты! Да вижу я.
Все убил. Зачем все это? Все, садись, давай, пап. Меня увезли, чувак. Нормально, ты спрыгнул. Вообще хочу ворваться вдвоем на слонах в какую-нибудь точку. Тачку, давай перекину тебе тачку. Да, я буду с тачкой. Ой. Главное, что на слоне можно брать чечен. Меня кто-то увидел. Да ёб твою. А я тут потихонечку подбираюсь. Я иду в компьютере! Это гейл! Вот классно! Помогите! Помогите! А, я не использовал ружье, без слона надо, да? Да. А, ну и ладно. Я тебя сейчас отмечу, а ты потихоньку вот. А потихоньку не получится, надо с дробовика их убивать. Один раз я сейчас выстрелил, такой выпад. Кривой, что ли? Все, я сделал, идем. Не в ту сторону. Ну чё? Носороги не нужны тебе? Ну, ой. Ой. Вот ты зря решил, что это машина. Уходи нахер, вот ты уродь водитель. Да. Они меня толкают. Сейчас я объеду еще раз. Да что мне? Все. Драгонов твой? Драгонов нет. Хера себе она стреляет. А, ну скорострельная, она беспонтовая. А прицел, знаешь, стоит на одном месте. А ну. Да, ворон тихонечко. Блин, тебя заметили. А у меня нельзя почему-то убить. Паша, да побить, чтобы он убил снизу. А у меня есть этот навык, но он снизу не хотел убивать. А, здесь надо уничтожить. И что? А, вот. Ух ты, тут плакаты рисуют. Разнеси все, что моргает внутри. Окей. Сделай то, что ты умеешь. Сделай то, что ты умеешь? Да. Ты рубить всех противников. Одно удовольствие. Да? Тихо, гранатка и машина. У-ху-ху! Одним залпом все. Мы убили, где плакаты рисуют, классно. Давай. Тормози, тормози, тормози. Да я не могу прицелиться. Дальше, дальше, дальше. Поехали, а где все остальные? На, тут вон тачка. Где? У меня нету тачки этой. Чё? Странный прикол. Что слева, блин? Прыжки в голову. Хорош. Ух ты. Заходишь свет, выходишь ночь. Нет, это далеко все. Вообще деревья, нихера. Вот сюда иди. Их 5. Надо рацию выключить. Так, надо снимать дальнего, которого никто не видит. Да подожди. Минус. Заметили, по-моему. Да, заметили.
Я на миномет! На миномет, охренеть, чувак. Вот теперь увидим. А, сейчас веселье. Надо, отходим и разбиваемся. Надо было красиво. Ты убил непонятно как. Да ладно. Приближаемся по дороге. Мои. Залезу повыше! Ясно! Залез повыше, ля-ля-ля-ля-ля. А ты говорил. Да он так ко мне прям двое прилетело через крышу. Дай мне лучше дезинтегратор. Вот, иди сюда, калаш. Сейчас, вот я взял. Где а вот. Вот. Да вот. Да. Вот, выкинул. Ну вот. Не взял. О, взял. Все, смотрите, должна быть открыта. Да, такая хитрая пушка. А ну сейчас пойду попробую. Должна открыться, да? Не, нифига. Да? Ну как-то мне нравится, вот что он стреляет. Вообще прицел не двигается. Безумный медоед! Это перезарядка. Ооо. Черва себе. На помощь! Ни хрена себе, он живучий. Бля, тут сколько этих? Подожди, подожди. Что это было? Уходи, уходи, уходи. А что это было? Да смей. Тихо, 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 все, все, все. Смотри, теперь аккуратно. Он бронированный. Он бронированный потом. Вот эти надписи, блин, вообще ни к чему. Вот у тебя двое. Да вижу я. Я пока чуваков убиваю. Давай, 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 он полез на крышу. Аккурату, по одному. Может просто ветер. Я сигнализацию отрубил. Ой, это этот, сними его. Стой, лучше. Маха, волшебник, да. Забрал? Да. Забрал. Ищите везде! Как они заметили? Я забрал второй. Я еще лучника забрал. Ой. Блин, мне надо тоже снайперку, потому что я тоже снайперки хочу снимать. Хотя у меня есть калаш снайперки. Подожди, подожди, клиент пришел. И клиента надо забрать будет. Ты что делаешь? Не попал. За дом уходит. Стороны обходить. То же самое. Азай, я тут решил обновить твой гардероб. Надеюсь, ты не будешь возражать. Если ты собираешься в итоге править кератом, тебе надо будет избавиться от всех этих джинсов и кроссовок, мальчик мой. О, эта куртка. На черта тебе столько карманов с молниями. Что ты там хранишь? Куски мяса? Кстати, возможно. Напишу записку своему портному. Куртка от Джая, карманы для мяса. Фак. Ладно, не буду тебя задерживать. Блять, что это? Еще говоришь, что не умею ездить. Давай, поехали. Ай, блин. А ну так умеешь ездить? Анали. Надо сделать видео, типа, быстрый телепорт. Чит. Не видно тачки, типа, я еду так быстро. Так, итак, мы осматриваем местности Far Cry. Звук машины, конечно, вы не должны слышать, но... Я не на машине. Не заносит. Я его убил, но он меня задел хорошенько. Ладно, поехали дальше. А, вот он. Это была не машина, это был чит. Ух ты, блин, как она переворачивается классно. Сейчас починю. Я помогу.
Блин, как много. О, вот они. Все. Не, по-моему, нет. Сейчас. И чувак вылетел. Тачку найди. Да тачку вон, я ее починил. Итак, мы продолжаем исследование Far Cry 4. С новым читом. Капот. Только изменит его. Чит капот. Вам понадобится чувак с таким же Far Cry, с мощным компом. Да ёбаный... Все нормально, я сбил чувака. Я тоже его сбил. Все ствола. Так вот, вам нужен второй чувак. Желательно мощным комп. Желательно такой же задрот. Мы приехали. А, мы приехали? Ну все, чит закончился. Слева. Да нет, отсюда не поднимается. Сейчас отсюда попробую. Сигнализация с меня. Отметь. Ой-ой-ой-ой-ой, она ко мне идет, блядь. Убил почти всех. Почти всех? Издеваешься, что ли? Одна убежала. Ты там аккуратнее бежишься, убедят. Да иди ты нахер. Давай сам разбирайся. Что-то она там делает, такие звуки странные. Обыскать все! Кого ты убил? Да? А сигнализация не думаешь? Пока они не убиты, они сигнализируют. Так собака, да. Я разбил одну. Мы идем с юга! А, вот она еще там все разбила. Да она там надо дуть делать. Ого, а откуда я там шмалю? Это я. Уйди, 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 уйди! Чувак улетел просто. Уйди, уйди, уйди. А чё они не подходят? Давай так убьём. Я чуть дальше возьму. Да сдохни уже! Сдохни уже! Уйди, уйди, уйди! Гранаты не закидал. 11? Переехал? Мы тут нигде не поднимемся. Хотели судьбу наебать, но увы. Убиваем? Лагает. Но это тоже не он. Вот он белый. Мне его как-то под купом надо. Ооо! Я ему две обоймы всадил. Я тоже две обоймы всадил. Ого, ого, ого! Уложил. Опять, да они задрали. Да никуда не поедем. Классно, я даже не умер. Как собака закинулась на крышу? А, понятно. Один звук этого взрыва. Ты слышишь?
Да. А я нет. Ну и у меня одна тачка. Все, вот метил. Тоже малая быстрая рука. Убийство тяжелого бойца. О, нехера ты убежал. И дадите немножечко денег. Ну я рядышком сейчас. Вот он я, Ой, вот он, вот у тебя. У нас счастье, мир, теперь вот еще и еду. А где ты? Ну вот я сижу в тачке. Да? Вот ты бы посмотрел на это, сядь в машину, я тебе фоткну потом, пришлю. Что за лаги? Сел? Сел? Да. Запомни этот момент. Где тут тачки? Я сквозь нее бегаю. А, ну пошли. Я не понял, снайпер. Там снайпер что-то. Ого, сейчас я его сниму. И спрятался. Оооо, круто. А дальше? А вот там дальше вон они в прихватке с других сторон. Я прилетел. Я к ним снизу подойду. Привет, парни. А никого нет. Слышь, пойду я ушку займу, а потом снимем. Давай сверху. Зачем ты полез? Сидел бы, я... Все, я забрал. Опа. После вышки глюк такой, что у меня мой угол обзора сразу меняется. Я АМР нашел, чувак. Кого? АМР. Где? Вот. У чуваков? Да. Иди его два забери. Полетели. Что меня шатает? Морду забери. Вот она. Да, вот здесь. Да, это тихо. А вот она. Первый груз безопасности. Есть. Слева обойди. Да пытаюсь. Только аккуратно. Спасательная операция. Ювелирная работа. Вообще чё? Ладно. Ого, там чуваки. Не убивайте гражданских. А где он? Сверху. Теперь ускорься и принеси их сюда. Нападали просто. Ой. Эй, убери лопасти, я не могу в них пройти. О, все. О, стоп, 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 стоп. Блять. Подбирай. А нет, сейчас я поменяю. Меняй, меняй. Да блин, ну да. Что блин, ты делаешь? Ну ладно. Даже пушку не берешь. Меняю вот это. Сейчас я отъеду. На чем ты отъедешь? Ты на тачке? Ну да, грузовик. Какой грузовик? Я не вижу никакого грузовика. Короче, бей, все, меняй пушку. Тут калаш лежит. Да, калаш. Ну положи свою. Да. А, не меняется. Да? А давай, вот так. Ты патроны подбираешь. Да, патроны подбираешь. Давай, да, на другую. Сейчас, сейчас. Меняй. Меняй. Меняй, меняй. Ну. Блять, нам нужен второй. Нам нужен второй чел. Стой, стой, стой. Походи. Вот. Меняй. Меняй. Бери калаш, иди, шади.
Теперь иди туда к моей. А я это по. Ну, а как иначе? Блять, снайперская винтовка. О, поменял. Охуеть. Глянь, двойной прицел. И покрасил еще? Да. Сука. Теперь ты свою, мою оптимизируй. И все. Ух, как он пролетел. Че, не можешь взять? А, он под машиной. Опа! Чего? Да я заснял, как это. Ремонт. Колеса появляются. О, их тут. А сразу почему они отметились? А это потому что я укол себе всадил. Какой вид? Когда все видно. Да у меня есть такая же фишка. А он же с шумом! Снайпер! Ну, вот это ты лошара! Идем на подмогу! Сюда иди. Вон они едут. Ай-яй-яй. Все быстро и легко. Иди оптимизируй. Блин, пахнет громко.